Всем привет, и мы продолжаем игру Том за золотом, и у нас сегодня новые обновления Хэллоуин. Один из подписчиков подсказал, что она вышла. Что-то давно я не играл эту игру, но вот по просьбе подписчиков, вот сегодня мы сыграем и посмотрим, что же это за новые прикольные обновления. Ну и конечно же, будем выполнять всевозможные задания. Итак, зомби Бен, отпугни грабителя, страшный Хэллоуин в мире Тома и сахарный марафон в боковом мире сладостей. Ну что же, вот такие вот новые плюшки сделали разработчики. Очень интересно будет их посмотреть. Ну что же, вперед. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, как это все поменяется. Так, ну, неоновая Анжелочка у нас есть. Давайте-ка посмотрим, кто еще. Вот гавайский Хэнк. Вот он, зомби Бен. Вот такой вот забавный, прикольный, интересный герой. Вот, если он, друзья, вам понравится, я, конечно же, его куплю. Сейчас нету интернета, нет возможности купить, но мы можем посмотреть других героев. Итак, давайте-ка я пока остановлюсь вот на каком-то из прикольных героев. И пусть сегодня это у нас будет, ну давайте-ка посмотрим, и пусть это будет у нас король Том. Вот так, здорово. Ну что же, пока у меня разблокированы обычный Том, обычная Анжела, говорящий Хэнк, говорящий Джинджер, говорящий Бен, морозный Том, неоновая Анжела, вот гавайский Хэнк, ну и все, остальные герои у меня заблокированы. Ну а сегодня мы побегаем с нашим любимцем, вот королем Томом. И давайте-ка я посмотрю, что у нас из локаций. Кстати, есть возможность его улучшить, вижу. Вот давайте-ка посмотрим, что мы можем ему улучшить. Ага, вот есть возможность улучшить шлем. Да, вот так. Ага, предлагают нам открыть сейф. Ну, давайте-ка откроем сейф. Посмотрим, что у нас в сейфе. Итак, что у нас в бесплатном сейфе? Давайте-ка посмотрим. Открываем, открываем. 5 кристаллов. Вот 7 магнитиков. 5 самолетиков. Ну что же, неплохо. Кроме того, есть бесплатный сейф. Давайте-ка я задействую. Ну, я думаю, этого достаточно. Итак, давайте-ка пробежимся с нашим героем. Посмотрим, что же это за мир сладостей открылся. Вот мне кажется, что это будет интересно. Итак, давайте-ка мы стартуем. Вот посмотрим, посмотрим, какие миссии здесь у нас открыты. Вот сейчас нет у меня, к сожалению, интернета, чтобы пробежать вот всевозможные задания. Ну, как-то вот так. Итак, давайте-ка посмотрим еще, какая миссия у нас дня. Вот ежедневная миссия, перепрыгни через маленькое заграждение 15 раз. Ну что же, выполним. Вот я только не пойму, что же наш Том подсвечивается, что за задание мы не выполнили, вот что у него не улучшено. Вот, по-моему, я ничего больше не могу, почему он подсвечивается. Ну, возможно, он подсвечивается, потому что есть новый герой. Ну вот, видите, уже пропало. Ну что же, вперед, давайте-ка пробежимся с нашим Томом и посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед, 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 друзья. Вперед, вперед, за этим вредным енотиком. Вот попытаемся сейчас здорово пробежаться, насобирать множество золота и посмотрим, вот забежать вот этот мир сладостей. Очень интересно, как это все будет выглядеть. Ну, пока бежим вперед. Ну что же, очень неплохо. Уклоняемся от камня. Вот собираем вот эти интересные плюшки. Вот так, здорово, здорово, здорово. Хорошо перепрыгиваем, замечательно. И вот, да, добрались до енотика. Отлично, вижу, впереди нас ждет магнитик. Давайте-ка я ее возьму. И, конечно же, ой-ой-ой-ой-ой, ну как-то вот так получилось. Ну что же, ничего страшного. Итак, давайте-ка спасем нашего героя и отправимся вперед. Итак, собираем, собираем золото. Вот есть удвоение, обязательно его возьмем. Вот так. Ну что же, есть двойные слитки, собираем, это всегда очень приятно. Вот, кстати, у нас задание перепрыгнуть через заграждение. Давайте-ка я буду стараться перепрыгивать, выполнять вот эти задания. Итак, вот благодаря Хэллоуину, видите, друзья, добавили тыквы на обочине. Ну и было бы интересно еще забежать вот этот мир сладостей. Вот, давайте-ка уклоняться от самолетиков, чтобы они не сбили нашего, ой-ой-ой, осторожно-осторожного короля Тома. Итак, бегу-бегу аккуратненько, перепрыгиваю через всевозможные препятствия и посмотрим, что из этого получится. Итак, да-да-да, уклонился, взял магнитик. Ну что же, супер. Итак, вперед, друзья.
Вперед, 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 поклоняемся, берем удвоение очков. Вот, забежим в мир. Вот, по-моему, это мир. Ага, это мир гавайского Хэнка. Ну что же, неплохо. Уклоняемся. И да, 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 есть шлем. Давайте-ка мы возьмем шлем. Аккуратненько перепрыгнем. Вот так, замечательно. Просто-просто чудесно. Итак, вперед, вперед, вперед. Уклоняемся, прыгаем, собираем золото. Вот было бы здорово, чтобы разработчики еще добавили, кроме новых персонажей, и новую локацию. Мне кажется, это было бы вообще супер. Итак, нет, не хочу я сдаться. Итак, нам нужно продолжать движение. Вот то ли мой телефончик греется, то ли в чем дело, не знаю. Ну, как-то вот так неприятно. Итак, собираю слитки. Вот бежим, бежим, бежим. Ну что же, прикольно сделали, добавили тыквы разработчики. Вот в честь Хэллоуина. Ну что же, довольно-таки прикольно и здорово это все получилось. Вот, но я бы хотел бы попасть в мир сладостей. Вот где табаковое отвлечение. Будем ее искать. И да, возможно, сейчас мы еще будем и сражаться с енотиком. Да, 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 сегодня мы будем выбивать из него золото. Вот, отлично. Вот самый мой любимый уровень. Вот попытаемся выбить и посмотрим, удастся ли это нам сегодня. Итак, перепрыгиваю аккуратненько. Вот так, здорово, здорово. Отлично, уклоняемся. Вот замечательно. Хорошо, ой-ой-ой. И подныривай. Гоняем вредину енотика. Сейчас будем с него выбивать золото. Вот, хорошо, отлично, уклоняемся. Вот так, замечательно. И начинаем бить, начинаем бить. Вот так, да-да-да-да-да-да-да-да-да. И выбили на 2 звезды. Еще чуть-чуть, будет третья. И да-да-да-да. Удалось работать. Удалось выбить на 3 звезды. Ну что же, просто супер. Просто-просто замечательно. Очень хорошо сегодня сработали. Удалось заработать множество вот слитков. Удалось выбить 3 звезды. Вот я очень-очень рад, в принципе. Очень хорошо у нас получилось. Жаль только, что не удалось мне пока еще вот забежать с вами в мир сладости. Очень хочется в него попасть. Ага, вот смотрите, сверху еще всякие привидения есть. Сделали разработчики. Итак, как мы можем попасть в мир сладости? Возможно, я не смогу попасть, потому что у меня нет интернета. Но хотелось бы верить, что это от этого не зависит. Вот что-то сделали провайдеры, и вот перезвонил, только с обеда будет интернет, ну а хочется видео снять сейчас, поэтому вот снимаю как-то сейчас. Вот, ну что же, пока бегу, собираю слитки, надеюсь, что вот появится все же мир. Давайте-ка я забегу в мир неоновой Анжелы. Вот, ой-ой-ой-ой-ой, что-то очень-очень все сильно убыстрилось. Еле удается мне уклоняться, собирать слитки. Да, есть, удалось взять шлем, вот неплохо. Отлично, бежим дальше, собираем слитки вот так. Очень здорово, хорошо, неплохо. И еще вот так, замечательно. Вот уклоняюсь, собираю. Вот только, ай-яй-яй-яй, это было опасно. Еле удалось мне уклониться и собрать вот эти уйти от неприятностей. Ну что же, опять мы выбрались наружу, но где же мир сладостей, я так и не понял, как вот в него забраться, кто из вот подписчиков знает, пожалуйста, напишите в комментариях, вот как можно добраться в мир сладостей, о которых писали в новостях, что есть мир сладостей, есть какая-то боковая комната, но, честно говоря, пока я не вижу. Вот пока бежим по вагончикам, пока собираем слитки, ну как-то вот так. Ну что же, здорово. Итак, друзья, вот есть у нас этот забавный герой. Вот этот кто у нас получается? Хэнк зомби. Вот, было бы здорово, конечно же, его к себе купить. Мне кажется, это был прикольный бы герой. Но буду ждать от вас отзывов в комментариях. Если вы хотите, я его куплю. Если же не очень, значит, не буду пока снимать вот эти видео. Итак, бежим довольно-таки неплохо по вагончикам. Собираем вот слитки. Ой-ой-ой. Так, вот еще капелька, и мы уже с вами пробежим на 1 000 000 очков. Это, конечно же, супер. Это неплохо. Вот продолжаю я движение. Давайте-ка еще пробежим по вагончика. Итак, как же нам попасть в мир сладости?
радости. Вот, кстати, а сколько раз мы уже с вами пробежали, вот, и перепрыгнули через, вот, не препятствие, а вот такой вот турникет. Вот за это, по-моему, нам на сегодняшнее задание, чтобы мы выполнили, вот, нужно будет еще его выполнять, если мы хотим, чтобы сегодня выполнить вот эту миссию. Итак, давайте-ка я попробую как-то нажать на паузу. Кстати, где у нас... Ага, вот у нас пауза, друзья. Итак, интересно, сколько раз мы уже с вами перепрыгнули? Только 3 раза из 15, я надеялся, что я больше перепрыгнул. Нет. Вот, пока как-то вот так. Ну что же, пока давайте-ка продолжим мы миссию. А, я случайно нажал, друзья, чтобы выйти из игры. Ну, как-то вот так получилось. Не очень хорошо. Вот сейчас, к сожалению, нету интернета, чтобы пробежаться с нашим Томом, чтобы сделать вот финальный, не финальный, чтобы сделать забег с другими игроками. Вот понравилось, то разработчики сделали вот такую фишку, но, к сожалению, сейчас она у меня недоступна. Поэтому как-то вот так. Вот давайте-ка пройдемся по локациям. На канале у меня есть разные вот видео, где я расстраивал все домики для наших героев. Ну, а сейчас, к сожалению, не смогу пробежать. Вот, нет доступа к интернету. Вот, ну, как-то вот так вот, видите, не нужно соединение, а нет интернета. К сожалению. Ну, что же, друзья. Вот, давайте-ка мы еще пробежимся с нашим Томом. Пишите в отзывах, в комментариях, какого из героев вы хотите, с каким бы я хотел либо купить, либо сыграть. Ну и согласно ваших отзывов, комментариев, я буду покупать. Итак, у меня есть сейчас в наличии король Том, обычный Том, Анжела. Вот говорящий Хэн, говорящий Джинджер, говорящий Бен, морозный Том, неоновый Анжела, гавайский Хэн. Вот зомби Бен закрыт, пожарник Том закрыт, офицер Том закрыт, агент Анжела закрыта, помощник шерифа Хэнк закрыт. Валькирия Анжела закрыта, ковбой Том закрыт, ковбой Анжела закрыта, пират Джинджер закрыт, супер Том закрыт, супер Анжела закрыта, гипер Том закрыт, кибер Анжела закрыта, ну и как-то вот так. Ну что же, вот все домики наших героев, кто смотрел мои плейлисты и серии на канале, я уже расстроил. Вот дальше уже расстраивать нечего, хотя... Очень-очень долго мы шли, чтобы их расстроить, как-то вот так. Ну а сейчас осталось либо вот выполнять всевозможные задания, либо просто играть вот в состязание. Ну, состязание сегодня я не могу играть, не хватает интернета. Ну, как-то вот так. Ну что же, пока на этом сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Пишите в отзывах, в комментариях, стоит снимать продолжение, либо не стоит. А на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Вот, и чтобы не пропустить ни одной серии, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.